говорю, блогеры приехали. Я думаю, надо просто пока успеть покурить. Не особо это приветствуется зрителям, но здесь у них в кафе, я что тебе хотел сказать. Я как-то кушал у них круассаны. Хорошие. Не, есть в Крыму вкуснее круассаны. Я знаю место. Знаю. Но здесь хорошие круассаны. И опять же, все как мы любим, понимаешь, местные. Вот к нашей любимой южанке ты не проедешь на машине. Там все равно придется идти пешком. Ну, бывают моменты, когда в кайф пройти пешком, бывают моменты, когда ну вот так вот сложилось, да, там погода или что-нибудь такое. А вот здесь можно подъехать прямо вот за несколько метров до кафе. И это приятно. Ну, летом же нельзя будет. Да, летом тут будет загружено все, конечно. Это они открыты здесь с утра и до нулей. На саму ночь они перекрывают. Что еще тут интересного? Вот это у нас спортивный интерес. Здесь был зеленый фестиваль. Вот там два моих миндаля высажено. Это вот это аллея журналистов. Это журналисты высаживали. Вот именно вот эту вот аллею. Вот справа от кафе это высаживали журналисты. Здесь разные общественные деятели, гости, наши местные жители, министры. Батюшка наш высадил свое дерево, вот там вот дальше у него есть. Не знаю, поднимутся ли они, оживут. Видишь, они желтыми стали, сосны. Ну, кто его знает, может, по весне заново придется пересаживать. Все-таки ураган был, шторма. И ты видишь, как берег поразмывало конкретно. Но я думаю, что зеленый фестиваль повторится. У меня теперь спортивный интерес. Зацветет мой миндаль здесь весной. Вот этого я жду. А когда-то здесь, помнишь, да, был спуск. Здесь был какой-то пионерский лагерь, не пионерский лагерь. Ну, короче, какие-то домики были для туристов. Вот. И был спуск к морю. Сейчас здесь Серега Троицкий осуществляет морское такси. То есть можно вот здесь вот заказать там какой-нибудь там катерок или вот этот гидроцикл и доехать до Нового Света или, допустим, до центрального пляжа в Судаке. Хорошо, хорошо. Но это лето. А еще здесь есть уникальная вещь. Кто-то когда-то построил, ну прям, знаешь, похоже на какую-то башню, прям вот какая-то вот. Ну реально, вот там камни, видишь, поразмывало. Это вот стены. Она прямо так входила в берег. Ну и самое важное, что я тебе хотел сказать, вот самое важное, значительное, вот четко по дороге, вот отсюда, вот четко видно белый столбик, это памятник, как говорят, бойцу судакского десанта. Могила неизвестного солдата прямо на берегу моря. Много лет за этой могилой ухаживали солдаты военного городка, который вот здесь был, ракетчики. Почему пляж сейчас называется Ракета? Потому что пляж в народе называется Ракетчики. Здесь был военный городок ракетчиков, у которых часть была вот на вершине Наганома. Так вот, они ухаживали за этой могилой. Потом через несколько лет, когда уже вот здесь закончился военный городок, эту эстафету на себя взяли школьники второй моей родной школы, второй судакской школы. Потом МЧСники наши местные, ребята, спасатели, они тоже присматривали за этой могилой. К ней приезжал покойный игумен Никон, тоже присматривал за этой могилой и совершал здесь молебны 15 января каждый год в день начала судакского десанта. Вот у нас в этом году будет 80 лет освобождения Крыма от фашистов, поэтому предшествовала череда десантов. После игумена Никона эту эстафету подхватил наш нынешний архимандрит Марк. Вот батюшка приезжал сюда, я с ним тоже несколько раз сюда приезжал, совершали молебны именно в день начала судакского десанта. С появлением здесь Тавриды Арт, тавридовцы взяли на себя это дело.
теперь они присматривают за этой могилой, привели ее в порядок, реставрировали монумент, не убрали, не изменили. То есть ценность этого монумента в том, что он вот так, вот как вот есть, народный, из камня, беленый, с железной, покрашенной в красную краску звездой, все как положено, то есть вот все, вот, вот правда, вот он, вот это вот, так и стоит этот памятник. И к праздникам, к дню неизвестного солдата в декабре, к дню освобождения Судака, к дню судакского десанта, к дню победы, тавридовцы приносят сюда цветы, это действительно так. Ребята, я сам видел, как они обновляли эту табличку. Там написано: здесь лежит неизвестный солдат, отдавший жизнь за Родину. Вот такая вот у нас здесь история на побережье современная. Я привозил журналистов сюда, приезжали ребята с Донбасса сюда, вот из батальона «Восток», друзья тоже вот на эту могилу неизвестного солдата привозили сюда цветы. Поэтому место здесь знаковое. Ну и в истории нашего города и в современной культуре. А мы идем посмотреть, что это за кафе такое, кофе, пицца, море. Пойдем. Лучше не прыгать. Много нам говорил? Как всегда, лишнего. Лишнего? Ну да, сильно много. Пускай будет. Ну нельзя так, чтобы на короткий ролик 4 гига вылетало. Ну. Здравствуйте, а на улице можно? А у вас будет на улице? Да, да. А какой у вас бывает кофе? Американо. Да, я вижу. Так. Двойной эспрессо. Ему двойной эспрессо. Вам с собой или здесь? Не, мы сядем на улицу. Нас на улице не обслуживается веранда. Да? Блин. Давай тут попьем. Тут потом, потом выйдем, покурим. Хорошо, мы вам там скажем. Просто а? Да, как-то не особо, но... Не, мы вот там вот сядем. Да, выпьем по кофе двойной эспрессо и... А мне американо с молоком. Молоко холодное, горячее? Холодное. Спасибо. А где тут туалет? Так, вот здесь, наверное, да. А, вот здесь, точно. Вот, смотри, у тебя за спиной сходи. Давай, а я за кофе расплачусь. Вау. Ну да. Это, извините, туалет возле нашего пляжа.
сколько стоит здесь кофей? Да, сейчас я тоже. О. Спасибо, девушка. Скажите, а вот туда пойдёшь? Знаешь, что здесь не работает? А. Я тебе честно скажу. Вот ты погоду видишь? 26 декабря. Ёпарасоте. Вот сейчас бы с этим самым кофе, понимаешь, вот с шарфиком, все, ну как вот все как мы любим, понимаешь, вот сейчас бы тут вот с сигареткой бы сесть. Да вот столы есть, понимаешь, вышел. Ну, даже лавочки есть. Мы не обслуживаем. Делов-то пепельницу поставить. Мы не обслуживаем. Конечно, ну делов, ё-моё. Вот курить просто нельзя. Слушай, да? Не об этом. У них 90. Ну, не об этом. Просто. Ты делаешь один особенный момент. Ты делаешь один особенный момент, когда хорошо, ладно, есть курящие люди, но курите на улице. Все в порядке. И вот тут сидишь ты себе спокойно и куришь на улице. Никаких проблем. Мне кажется, это кто-то из руководства сюда. Хотя кто его знает. Пойдем к морю.